снайперскими винтовками он также работает. Каково же было мое удивление, когда я увидел то, что экран начал темнеть, и после этого я увидел загрузку, мать его, пинг-понга в GTA Vice City. Пинг-понг в GTA Vice City. Боже мой, что? Что? Мы появляемся на пляже, мы видим то, что у нас больше нет ни денег, ни оружия. Ребят, если вдруг кто еще не понял, то пинг-понг это была такая шутка. Нет-нет, клип с самой игрой был настоящим, а вот все остальное я придумал сам. В том числе и сообщение, конечно же. Однако, если... Окей, будет вам пинг-понг, но чуть-чуть попозже. Всем привет, ребят, с вами как всегда я, Заза, и добро пожаловать на очередной ролик по GTA Vice City. Сегодня, наконец-то, долгожданный ролик про Эйс, или как я ее ласково называю, про Асю. И вначале покажу вам, что можно делать с этим прикольным гличем, а в конце расскажу, как оно примерно работает. Начну я, пожалуй, с вопроса. Ребят, сколько примерно часов у вас заняло прохождение GTA Vice City на 100%? Лично я потратил более 150 часов, и давайте будем честны, это не очень впечатляющее время. Я решил улучшить свой результат, а как мы все знаем, самый быстрый способ пройти игру – это ее заспидранить. Начинается игра с катсцены, которую нельзя пропустить, поэтому придется просмотреть ее до конца. Так, ну вот уже почти конец, надо приготовиться. Так, ребят, собрались. 3, 2, 1. Фух, это был тяжелый спидран, пацаны. Так, а какое же время мне удалось выбить? Yes, 0 секунд. Мне кажется, пацаны, это мировой рекорд. Что? Вы не верите? Ну давайте посмотрим на speedrun.com. Ну выглядит вполне реалистично, даже не один я здесь на первом месте нахожусь. В чем же загвоздка? Как так? Ну, начнем с того, что это действительно настоящий скриншот, настоящий результат, и вы сами можете открыть speedrun.com и найти его. Прикол лишь в том, что это не основная категория, это категорию New Game Plus, что означает, что мы использовали что-то перед началом новой игры, а в конкретно этом случае мы использовали Ace, и поэтому это отдельная категория, находится она на мемных GTA лидербордах. Однако я с радостью включаю этот фрагмент в ролик для того, чтобы вы могли понять, насколько могущественен этот Эйс и что с ним можно делать. Самое забавное это то, что я действительно получил легальный 100%, и доказательством этому является вот эта футболка. Зуза, ну а что еще-то можно сделать с этим Эйсом? Ну, например, заспавни себе Спэроу. Если вы когда-нибудь проходили эту игру на 100%, то вы знаете, что в этой игре есть подмиссии, где нужно летать на этом вертолете и собирать чекпоинты. Их вроде бы целых 3 даже в этой игре. Однако с самого начала вам не удастся их пройти по одной простой причине. Данный вертолет спавнится только после прохождения миссии Rabout. Но вот с Эйсом вы можете это сделать, хоть после первой миссии. Как только вертолет будет в вашем распоряжении, просто прилетайте на место старта под миссии, и как видите, она начинается. Собирайте свои чекпоинты, получайте свои проценты, завершайте свои стартовые сейвы. Эйс также позволяет вам телепортироваться в абсолютно любое место на карте с абсолютно любым транспортом. Например, если вы хотите пройти тот самый закрытый изначально прыжок, который можно пройти нормальными методами, но очень-очень сложно, то Эйс позволит это сделать намного быстрее. А, к сожалению, есть одна проблема. Бесконечный slow motion. Да, как только вы прыгнете и начнете уникальный прыжок, вы застрянете в бесконечном slow motion. Вы также не сможете сдвинуть камеру, поэтому можно сказать, что это что-то типа софтлока для вас. И с чем же это связано, наверное, спросите вы? Связано это все с тем самым сейвом. Те 150 с лишним часов были далеко не случайны. И, к сожалению, это не единственный побочный эффект. Однако давайте будем честны. Этот прыжок на кэпе дает вам довольно-таки красивый дождь из осколков. Итак, раз уж мы можем заспавнить все что угодно, почему бы нам не заспавнить самый крутой байк в игре? Давайте это сделаем прямо сейчас. А вот и наш мега крутой PCJ600. Однако прежде чем мы
переступим к его тестированию, давайте обратим внимание на трафик. Как вы можете заметить, он подергивается. И это тот самый побочный эффект, о котором я говорил. Связаны эти баги с тем, что у игры есть проблемы с обработкой времени из-за странного его программирования. Однако давайте не будем обращать на это внимание. Наш байк обладает тяжелой физикой, поэтому он разносит все на своем пути, скажем так, довольно-таки легко. Конечно же, наличие тяжелой физики позволяет этому байку быть водоупорным и проходить сквозь воду. Я думаю, вы помните, что в игре есть ровно одна машина, которая может сделать так же, а именно BF Injection из миссии Chase. Также у этого байка есть просто огромное количество хп, которое не позволит ему взорваться, если вы будете врезаться во все и вся. Главное, не ставьте его в гараж, иначе свойство пропадет. Помимо всего этого, естественно, данный байк обладает стандартным набором свойств, а именно пуленепробиваемостью, огнеупорностью и взрывоустойчивостью. Давайте, пожалуй, начнем с коктейлей Молотова. Я думаю, заметно, что наш байк не горит. Капец, я, конечно, медленно читы ввожу, но ничего страшного. Вот у нас уже в руках есть и гранатомет. Давайте проверим взрывоустойчивость. Мне кажется, что этот байк переживет многие катастрофы. Окей, ну и давайте сделаем финальный тест, а именно тест на пуленепробиваемость. Начнем все вот с этого дробовичка. Думаю, заметно, что байк выдерживает прямые попадания, а также вот... Эмочка, легко и непринужденно, байк даже не страдает от этого. Ну и естественно, данный байк обладает пуленепробиваемыми колесами. Даже копы со своими шипами ничего не смогут с вами сделать. Поэтому этот байк действительно настоящий год-байк. И ездить на нем одно удовольствие. Получается, что Ace позволяет вам сконструировать машину вашей мечты, ведь вы можете даже выбирать цвет. В общем, Ace это очень круто. Ну и напоследок то, ради чего мы все здесь сегодня собрались. Пинг-понг Vice City. Как я и говорил, это действительно реальный клип, никакого монтажа. Вы действительно можете это провернуть в своей игре. Единственное, где я соврал, так то, что управляете вы всего лишь одной половинкой, одной ракеткой, если это можно так назвать. Вторая просто постоянно ездит вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Управление довольно простое, вы просто колесиком крутите вверх-вниз, и, соответственно, ваша ракетка двигается. Но если вам вдруг это не нравится, вы можете спокойно поменять настройки в меню. Напомню, что если вы по какой-то причине умрете, или, например, вас арестуют, то камера вернется к Томми, однако пинг-понг продолжит работать, и вы также заспавнитесь на пляже, что очень и очень удобно. В принципе, прямо сейчас можете видеть, как я там внизу бегаю и пытаюсь веселиться с копом. Итак, если вы вдруг захотите запустить все это у себя, то что же нужно для этого безобразия? Во-первых, вам нужна оригинальная игра. Какие-нибудь репаки с интернета вам не подойдут. Ищите оригинальные диски, оригинальные образы, может быть, в интернете и так далее. Причем, если вы хотите, чтобы у вас сработала та фигня со 100%, то вам еще и нужен оригинальный экзешник, то есть тот, который требует диска. А значит, вам придется монтировать образ, ну либо искать настоящие оригинальные диски. Затем вам нужны специальные MP3 файлы. Каждый MP3 файл это какой-то свой скрипт, то есть это может быть байк, это может быть Sparrow, это может быть сам пинг-понг и так далее. Этот архив я приложу в описании, поэтому если хотите, то скачивайте его. Как же теперь установить это все в вашу игру? Первым делом открывайте вашу папку с установленной игрой. В ней вы найдете папку MP3, если ее нет, то просто создайте. Затем возьмите из архива любой аудиофайл, который вам понравился. Переименуйте его в ace.mp3 и закиньте в папку. Все, ваш файл подготовлен к работе. В случае пинг-понга вам потребуется еще один файл, в этот раз файл скрипта. Вы его переименовываете в asn.scm. и кладете в папку Data. Далее заходим в игру и загружаем тот самый сейв. Я его тоже приложу в описании. В гараже вы сможете найти Кэбби. Садитесь в нее, зажимайте кнопку начала миссии, то есть капслок, если у вас стандарт управления, и покупайте сейв-хаус через повтор. О том, как такие повторы делаются, я рассказывал в ролике про 10 трюков. Ссылка в описании.
Во время катсцены покупки сейфхауса отпускайте капслок, у вас активируется таксист, провалится таксист. После этого вы переходите в MP3 плеер и запускаете таксиста еще раз. Все, вы смогли запустить код, который находится в данном MP3 файле. Если вы хотите запустить еще один MP3 файл, то просто сворачивайте игру, меняйте MP3 файл в папке, вновь не забывайте его переименовать на ace.mp3, возвращайтесь в игру и просто повторяйте весь процесс. Вот, собственно говоря, и все. В этот раз я не буду углубляться в то, как это работает все с технической точки зрения. Скажу лишь только, что принцип точно такой же, как и в спидране GTA Vice City за 8 минут. Я делал подробнейший разбор в отдельном ролике. Ссылка также в описании. Если вам вдруг интересно, зайдите и посмотрите. Единственная разница в том, что ждать нужно не 50 секунд, а очень и очень много. Именно поэтому на этом сейве 150 с лишним часов. Ну вот, ребят, в принципе и все. Напоследок я лишь хочу сказать спасибо тем людям, которые мне помогли с этим роликом. В первую очередь спасибо создателю всех этих MP3 файлов, если я не ошибаюсь, это был Хуша. Затем спасибо Гейлю за то, что он мне скинул сейф, который он сам создал, за то, что скинул мне эти MP3 файлы. Спасибо Лисинаку и Арку за помощь в нахождении нужной версии игры. А также огромнейшее спасибо Николаю за некоторые пояснения, за некоторые правки в коде, потому что, например, Sparrow не работал изначально, там была одна ошибочка, там не хватало одной линии. Ну и в целом за то, что он мне помог с этим всем разобраться. Этот ролик был очень прикольным для создания, надеюсь, что вам тоже все понравилось. Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы, ставьте лайки, если вам понравилось, ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Задавайте вопросы, если они у вас вдруг остались. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новых каких-нибудь роликов и их анонсов. И, в принципе, голосовать за новые ролики также можно именно там. Ссылочка на группу есть в описании. Ну, а на сегодня у меня все. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами, как всегда, был я, Заза. Всем удачи и всем пока.